4 августа 2021 года в аэропорту Шереметьево собрались встретить радостное событие. Возвращение в Москву олимпийской чемпионки, воспитанница отделения самбо-70, отделения Олимпии Виктории Листуновой. Ребята из других клубов собрались встречать своих чемпионов. Мы с нетерпением ждем их появления, и вот-вот они появятся. Долгий перелет из Токио с пересадкой во Владивостоке и столь торжественная и грандиозная встреча в Москве. Радостные лица родных и близких, болельщиков и юных гимнастов, личных тренеров и всех-всех неравнодушных россиян, которых объединил здесь в единую команду московский аэропорт Шереметьево. Ажиотаж в зоне прилета стоял небывалый. Ребят ждали с флагами, плакатами, оркестрами и кричалками. Когда они появились, сверкая своими олимпийскими наградами, гул и овации не смолкали ни на минуту. Это было очень торжественно и волнительно. Казалось, что сами ребята не ожидали такой встречи. Виктория Листунова – самая юная спортсменка российской команды, принимавшая участие в Олимпийских играх в Токио 2020. На момент старта ей всего 16 лет, но в этом возрасте она уже добилась очень высоких результатов. Большие успехи пришли еще в 2018 году, когда на юниорском чемпионате страны Виктория стала трехкратной победительницей. В том же году она проявила и свои артистические способности, приняв участие в ток-шоу, где дети со всей страны показывали свои таланты. Там Листунова выступала с программой на бревне. 2019 год принес Виктории международный успех на юниорских соревнованиях. 3 золота, в том числе в индивидуальном и командном многоборьях. Также она завоевала серебро на брусьях. Весной 2021 года, в возрасте 15 лет, Виктория выиграла взрослый чемпионат России в многоборье, а через месяц стала первой в Европе, опередив в том числе и соотечественницу Ангелину Мельникову. Несмотря на юный возраст, Виктория очень ответственно подходит к работе и не собирается останавливаться на достигнутом. По ее словам, чемпион никогда не должен надевать корону, а работать дальше, чтобы продолжать побеждать. Викторию Листунову ждала мама, подруги из гимнастического зала, юные воспитанницы Олимпии, руководство отделения и сотрудники самбо-70. В числе встречающих были также воспитанницы отделения, призеры предыдущих Олимпийских игр Мария Пасека и Дарья Спиридонова. Фото на память, цветы и подарки. Вика улыбалась, и для нас всех это было огромным счастьем. Самая молодая олимпийская чемпионка в составе всей сборной вернулась домой. И пусть эта встреча придаст ей сил и терпения на будущее. Потому что следующие летние Олимпийские игры в Париже наступят уже очень скоро, всего через 3 года.